Переведено и озвучено Никмос. Что ж, вы видели, как я создавал какие-то безумно мощные пушки в прошлых видео с комбинациями оружия. Но сегодня мы сделаем кое-что другое. Сегодня я собираюсь продемонстрировать некоторые странные, забавные оружия, которые можно создать с помощью оружейного миксера 5000. В некоторых случаях они могут быть бесполезными, но они супер крутые и забавные. Итак, погнали! Ой, кстати, если вы новенький и понятия не имеете, о чем, блядь, я говорю, просто задержитесь на секунду, вы увидите, что происходит. Итак, вы подходите к этой метле справа и нажимаете на эту кнопку. Затем вы идете в тот угол и нажимаете красную кнопку. И вы возвращаетесь туда, откуда пришли, и вы увидите, как эта панель появляется из земли со странной антенной сверху. Теперь вы можете видеть, что она выглядит немного по-другому, потому что это больше не оружейный миксер 5000. Это оружейный миксер 6000, но работает примерно так же. Вы можете выбрать любое оружие, которое вы хотите, на этой панели. Любое оружие и в любом количестве. Затем вы подходите сюда и нажимаете кнопку объединения. Из этого стола появляется одно комбинированное оружие, в котором будут части всего оружия, которое вы выбрали ранее. Сейчас это может немного сбить с толку. Поэтому я собираюсь показать вам пример, чтобы было легче понять. Ладно, я собираюсь объяснить маленьких человечков, рычаг и водку немного позже. А пока давайте оставим все как есть. Давайте выберем Нигев и Галил AR. Затем мы переходим к этой кнопке, мы нажимаем на нее, и из стола выходит... это. Так, это очень простой микс. Основой является Галил AR, но у него магазин от Нигев, и он также стреляет патронами Нигев. По сути, это Нигев в форме Галила. Это замечательный пример того, на что способна эта машина. Мы также можем назвать это оружие, например, это смесь Нигева и Галил AR. Таким образом, объединенное название было бы Нег... знаете что? Ладно, пропустим это. Я покажу вам другой пример. Ладно, давайте создадим что-нибудь экзотическое прямо сейчас. Давайте выберем нож-бабочку, штык и обрез. И если мы нажмем кнопку комбинирования, получится то, что я называю нож-обрезочка. Так, нож-обрезочка — это уникальное оружие ближнего боя. У него есть два обреза, прикрепленных друг к другу, и штык, проходящий посередине. Обрезы действуют как обычное оружие. Вы можете стрелять в людей с близкого расстояния, но как только патроны закончатся, вы можете сделать это. Ага, он превращается в ёбаный меч. Пустые обрезы действуют как рукоятки, а штык — это лезвие. Вы можете резать людей ножом бабочкой, который мы выбрали для создания этого замечательного механизма. Это фантастическое двуствольное ружье малой дальности и ёбаный меч одновременно. Хорошо, теперь я объясню, что делает этот рычаг. Он называется ультимативным переключателем. Теперь, когда вы выбираете свое оружие и нажимаете на этот переключатель, он усиливает слабые стороны оружия. Давайте просто выберем Glock, для примера. Мы нажимаем на рычаг, затем подходим к столу и нажимаем кнопку объединения. И получается то, что я называю большой черный Glock. Теперь большой черный Glock — замечательный инструмент. Это намного эффективнее, чем маленький белый Glock, который мы видим в игре. С помощью этого вы действительно сможете кого-нибудь убить. Пули размером с пушечное ядро. Вы можете полностью уничтожить врага и даже разрушить укрытие, за которым он прячется. Мы провели небольшое исследование, и оказалось, что это оружие номер один среди всех женщин в CSGO. Вместе с P9 титьками. Культовая дуэль. Большой черный Glock и P9 титьки. Ладно, давайте теперь будем немного серьезнее. Давайте выберем АВП, Нигев и P90. Это то, что я называю тремя мушкетерами. И если мы нажмем кнопку объединения, получится PUBG. PUBG — это не то оружие, с которым можно дурачиться. Основой является АВП. Оно стреляет пулями АВП со скорострельностью P90 и имеет емкость магазина Нигева. Это огромная мощь, объединенная в одной пушке. Так что вам нужна божественная сила, чтобы овладеть этим оружием из-за проклятой отдачи. Разве это, блядь, не безумие? Такой простой микс, но потенциально он может составить конкуренцию Бабе-Яге. Скажите, что из них, по-вашему, более мощное? Это? Или Баба-Яга? Хорошо, а вот это уже от подписчика. Мы выберем Нигев. И если мы выберем дымовую гранату, и если мы объединим эти оружия, получится то, что я называю... Snoop Dogg. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда хотели дефать сайт или что-то в этом роде? Но у вас недостаточно дыма.
Что ж, Snoop Dogg — лучшее решение для этого. Это не геф, но вместо пуль оно выпускает огромное количество дыма. Допустим, вы находитесь в ситуации, когда противники прут отовсюду, и вы не знаете, что делать. Вот что вы делаете. Он выпускает огромное количество дыма повсюду. Враги ослепнут. Они не увидят вас. Они не будут вас беспокоить. По факту, они даже могут стать вашими друзьями. Хорошо, теперь давайте продемонстрируем, что происходит с оружием, когда вы смешиваете с ним водку. Давайте выберем револьвер R8 и водку. Блять! Да, это тот самый звуковой эффект. Давайте объединим это и получим то, что я называю русская рулетка. Так, вы, наверное, слышали об оригинальной игре в русскую рулетку. Но это больше похоже на версию для одного игрока. Вы можете видеть, это два револьвера. Они прикреплены друг к другу, направлены вперед и назад. Но у них только один спусковой крючок. Поэтому, когда вы нажимаете на крючок, он либо стреляет вперед, либо назад, в вашу голову. Если ни у кого из ваших друзей нет яиц играть с вами в русскую рулетку, это может быть лучшим выбором. Но убедитесь, что вы получите как можно больше удовольствия, когда играете в нее, потому что вы можете сыграть в нее только один раз. Ладно, давайте еще раз поймем проводку. Давайте выберем P90, выберем водку. Блять! И нажмем на ультимативный переключатель. И если мы объединим это, получится то, что я называю P90. Тысяч. P90 тысяч сделан из 9 пистолетов пулеметов P90 и 8 бутылок водки для их питания. Теперь не ошибитесь, это не стреляй, молись, пушка. Вся эта штука вращается, заряжается водкой и стреляет очень короткими, мощными выбросами. Как вы сейчас увидите. Как вы сейчас увидите, наш хороший друг Билли поможет нам в демонстрации. Вперед, парни. Блять! Какого хуя, чел? Хорошо, для следующей демонстрации я должен сказать вам, что если оружие слишком большое, чтобы его можно было достать со стола, оно выйдет вон с той платформы. Хорошо, позвольте мне объяснить, что это такое. Когда мы выберем одно из них, следующее оружие, которое выйдет из миксера, будет иметь человеческую форму, так или иначе. Это очень просто. На самом деле, давайте просто перейдем к делу и выберем этого КТшника. Давайте выберем набор ножей. Давайте выберем штык-нож, керамбит, нож для потрошения и складной нож. И если мы объединим это все, получится то, что я называю CS Goro. Goro — персонаж из Mortal Kombat. У него также 4 руки, что и объясняет название этой комбинации. Просто фантастика для ножевых раундов. Фантастика для любого раунда, если честно. Я о том, что вы можете держать в руках 4 ножа, или 4 пистолета, или 2 винтовки. Вы можете рашить, шмаляя с P90 и АВП одновременно. Вы можете защитить себя, обезвреживая бомбу. Вы можете бросить 4 гранаты, столько возможностей. Но самое главное, что смотреть порнуху стало намного проще. Я думаю, пришло время, парни. Я уже снял 3 таких видео с комбинациями оружия, это 4-е. И с самого начала вы просили меня объединить каждое оружие в оружейном миксере. И да, наконец-то я собираюсь это сделать. Я собираюсь объединить каждое оружие, блин, в этом оружейном миксере 6000. Я не видел, что получается, когда это делаешь. И мне, как и вам, тоже интересно. Давайте начнем. Давайте начнем с верхнего левого угла и выберем каждое оружие на панели. Я имею в виду, да, это немного утомительный процесс. Но вы просили ли об этом? Хотя я о том, что я мог бы легко ускорить это, но я должен помнить о маркетинге. О, я про то, что это могло бы легко ускорить процесс, но вы понимаете, на самом деле это не так важно. Если это видео получит демонетизацию, а это, вероятно, так и будет, потому что я вроде как показываю, как парня разорвало пополам, но я все равно немного подвергаю цензуре все эти хуйни, так что может обойдется. Давайте просто закончим, выбрав водку. Блять! Это заводит меня каждый раз. И давайте пойдем и нажмем на ультимативный переключатель. И единственное, что сейчас остается, это нажать на могущественную кнопку объединения. И давайте сделаем это. Хорошо. Теперь мы ждем. Мне интересно, появится ли это из-за стола или из платформы. Погодите, что? Стоп. Здесь что-то не так, этого не должно было случиться. Что? Что, черт возьми, только что произошло? Творится черт знает что.
Кто ты? Нет, нет, подожди, подожди, остановись, 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 пожалуйста, остань, 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 пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Какого хуя? Что ты, черт возьми, такое? Мы. Айрон, блять.